сегодня мы собрались у памятника Лазо для того, чтобы установить два комплекта скамеек и урн, для того, чтобы люди, проходящие здесь, имели место, где отдохнуть и провести свободное время. Несмотря на то, что власти кишиневские ничего не делают для этого города, везде разруха, везде бардак, везде беспорядки, активисты нашей партии города Кишинева всегда выходят для того, чтобы наш город стал чище.